литературы, поэт, лирик. И вот хочу даже прочитать вам несколько строк из его стихотворения на белорусском языке, хотя бы для того, чтобы послушали вы нашу белорусскую мову, потому что наверняка, гуляя по городу, вы обратили внимание, что их немного у нас говорит жителей на своем родном языке. Молодые годы, молодые жадания, ни жены, ни нужды, только счастье, кохание. Помнишь только красу, милый тварь, где обочи, золотую косу, синеватые очи. Будь же век молодый, полный светлыми днями, пролетайте ж годы золотыми огнями. 25 лет всего лишь прожил наш поэт, но оставил после себя, конечно же, неизгладимое большое творческое наследие. Мы сейчас с вами едем по территориям, которые называются Сторожовка. Вот так вот до сих пор называют. Нет, не Сторожовка, извините, пожалуйста, Комаровка. Конечно же, Комаровка. И впереди у нас Комаровский рынок. Вот когда-то здесь была деревня Комаровка. Были низинные заболоченные территории. В этом влажном климате жило очень много мошкары, комаров, наверное, поэтому деревню так назвали. В начале прошлого столетия деревня вошла в черту города, стала частью города, но по-прежнему оставалась самым бедным и самым непригодным для жилья районом Минска. И здесь жила городская беднота, и здесь, конечно же, считали для себя даже позорным появляться и чиновники, и зажиточные горожане. Здесь была даже построена болотная станция, которая изучала практическое применение болот. В 1980 году был открыт вот этот рынок с левой стороны, который мы проезжаем, самый крупный продовольственный крытый рынок в Минске, который является из рыночных строений единственным памятником архитектуры и градостроительства. Вот и заканчивается наша с вами экскурсия по городу. Я думаю, что надеюсь на то, что вот эта ненастная погода не испортила вам впечатление о нашем городе. Вы смогли рассмотреть лицо нашего города. Конечно, оно не похоже на все остальные лица других европейских городов. Это город красивый, город современный, европейский. Конечно, он очень уютный, он очень чистый. Но главное, что он гостеприимный. Я думаю, что любые гости любых конфессий, любых национальностей чувствуют себя здесь достаточно комфортно. Я благодарю вас также за то, что вы уделили свое внимание, посетили наш город. И благодарю вас за внимание к своему рассказу.